Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим о конкурсе от биржи Bybit VSOT 2023. Это конкурс, который Bybit проводит каждый год летом, и призовой фонд этого конкурса составляет 8 миллионов долларов. Можете получить часы Rolex, Lamborghini и много других призов. Кстати говоря, если вы хотели стать криптовалютным блогером, то сейчас самое время. Как раз у нас медвежечка заканчивается потихонечку, да? Там осталось полгодика, самое время наращивать ролики, аудиторию можно потихонечку набирать. И, кстати говоря, для тех, кто хочет стать блогером, тоже неплохой старт может быть, потому что есть такой конкурс внутри VSOT, который называется «Эстафета друзей». Что ж, давайте немного поподробнее, что за конкурс, какие призы можно получить и что для этого нужно сделать. Итак, вот у нас страничка данного конкурса, ссылочку я оставлю, естественно, в описании. Турнир команд. Присоединитесь к турниру команд и заработайте часть из невероятного призового пула на 6 миллионов долларов. Рейтинг копи трейдеров. Станьте лучшим подписчиком или мастером трейдинга и получите часть из призового пула на 300 тысяч долларов. Арена удачи. До 1000 долларов в BTC каждый день из призового пула на 620 тысяч долларов. 5 простых заданий, каждый день они обнуляются и активны будут с 24 июля по 17 августа. Ну и естественно, эстафета друзей до 12 тысяч USDT из призового пула на 80 тысяч долларов. Приглашайте друзей с 24 июля по 27 августа, и пусть они внесут депозит или совершат сделки. Вся прелесть данного конкурса заключается в том, что если вы просто пользуетесь биржей Bybit, допустим, зарегистрировавшись в мою команду и просто продолжая так же торговать, как вы и торгуете, вы можете получить призы. И ничего сложного в этом нет. Просто выполняйте свои ежедневные, так скажем, дела и получайте призы. Ну и, естественно, Rolex и Lambo. Итак, рейтинг копии трейдеров. Награды получить можно не только выступая мастером-трейдером, но и если вы просто будете копитрейдить чьи-то сделки. Потому что здесь имеется призовой пул как для мастера-трейдера, так и для подписчиков на 150 тысяч долларов. Войдите в топ-50 подписчиков с самым высоким PNL и получите часть из призового пула. Здесь, кстати говоря, имеются доступные мастера-трейдеров, где можно по статистике подобрать какого-то трейдера самого эффективного, залететь к нему и получить свою награду. Арена удачи. Просто выполняем задания, получаем билетики и разыгрываем. Здесь, кстати говоря, можно получить еще и NFT из лимитированной коллекции. А из заданий, например, торговый объем деривативов от 10 тысяч долларов. Это довольно маленький объем торгов, и его сделать довольно легко, просто войдя во фьючерсную позицию там с каким-нибудь 10-м плечом там на 1000 долларов, к примеру, да? Ну или несколько сделок на более меньший объем, с более мелким плечом. Торговля опционами от 100 долларов, торговый объем на споте от 100 долларов, просто покупаете какую-то крипту на споте на 100 долларов и получаете попытку на розыгрыш. Например, покупаю токен биржи Bybit MNT на 100 долларов, докидываю в стейкинг, так как мне интересно стейкать токены биржи Bybit. И вот я получил еще один, собственно, шанс на розыгрыш. Ну и, естественно, также сделки с NFT на сумму от 10 долларов. Ничего, собственно, сложного. Пробуем открыть пару сундучков. Итак, я выиграл полбакса в биткоине. Попробуем еще раз. И еще полдоллара в биткоине. Тут можно получить уникальную NFT-шку, и, собственно, просто вы занимаетесь, как я уже и сказал, своими ежедневными делами, получаете шансы на розыгрыш, пробуйте выиграть что-то ценное. Эстафета друзей. То есть, если вы не являетесь партнером Bybit, вы просто приглашаете друзей по реферальной программе, будете получать с них еще и комиссионные за торговлю, то есть ваши друзья вносят 100 долларов, и вы получаете шанс получить ценные призы. Кстати говоря, если посмотреть, одобренных рефералов тут пока что не так-то и много, так что у каждого есть шанс поучаствовать и победить. Тем более, что осталось всего недели. Если у вас есть много друзей, то вы вполне можете здесь победить. Так что, друзья, регистрируйтесь в торговом конкурсе по вот этому QR-коду, либо по ссылочке в описании, и получайте шанс забрать кучу призов, почти ничего для этого не делая. Лично я всегда регистрируюсь в подобных конкурсах,
торгую ботами, еще как-то там что-то покупаю, продаю, и потом приятно удивляюсь, когда мне на счет падают какие-то деньги. Например, от Bybit не так давно можно было забрать довольно большие призы. Лично я считаю, что бесплатно, потому что нужно было заморозить всего $100, которые потом возвращались. В полном объеме я заработал 1000 МНТ, которые, как мы видим, являются эквивалентом как минимум $500 на данный момент. Так что, друзья, регистрируйтесь, не пропускайте. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.